В рамках реализации проекта перевозки реакторов производства Ижорские заводы в адрес ПАО «Татнефть» осуществлена транспортировка 4 реакторов из города Колпино, Санкт-Петербург, в город Нижнекамск, Республика Татарстан. Задачей компании «Барус Projects» было оказание услуг по транспортировке крупногабаритных тяжеловесных реакторов завода-изготовителя в Колпино с пересечением 2 железнодорожных переездов, включая подготовку необходимой инфраструктуры. Подготовка к реализации проекта проводилась в сжатые сроки, так как с момента подписания контракта до окончания производства реакторов Ижорскими заводами оставалось чуть больше 2 месяцев. При этом за это время необходимо было устранить ограничения на маршруте следования. Маршрут транспортировки состоял из нескольких этапов. Первым этапом была автоперевозка реакторов на самоходных гидравлических модульных трейлерах по маршруту. Цех номер 34 ПАО «Ижорские заводы» до причала, расположенного на реке Неве в поселке Усть-Славянка. Транспортировка осуществлялась в ночное время в течение 2 суток. Важным и необходимым этапом стала организация технологических железнодорожных окон для пропуска крупногабаритных тяжеловесных грузов через временный технологический переезд и через 19-й километр стационарного переезда станции Ижор. Нашей компании предстояло подготовить причал завода-изготовителя на реке Нева для приемки самой большой в истории отгрузок завода баржи, с чем мы отлично справились при помощи водолазов. Вторым этапом стала погрузка грузов накатным методом на баржу и их крепление в соответствии с проектом размещения и крепления крупногабаритных тяжеловесных грузов. Для единовременной транспортировки по внутренним водным путям всего объема груза была выбрана баржа проекта 03060 «Волга-Балтика», так как именно она подходила по параметрам для всего объема предъявленных перевозки грузов. При этом, согласно произведенным проектантам расчетам, который готовил проекты погрузки, выгрузки и крепления грузов, необходимо было модернизировать баржу, что и было сделано судовладельцем до подхода на погрузку. Транспортировка от причала на реке Неве до города Нижнекамск по внутренним водным путям была осуществлена за 20 дней. Согласно концепции проекта, реактор гидродеароматизации и реактор депарафинизации выгружались крановым способом на причале НАО «Транскама». А реакторы первой и второй ступени должны были выгружаться методом РОРО в наливной доковой камере Нижнекамского речного порта. К сожалению, из-за низкого уровня воды в реке Кама осуществить выгрузку реакторов в навигацию 2021 года не удалось, так как низкий уровень воды не позволил закрыть батопорт наливной доковой камеры. Реакторы пришлось оставить на барже и поставить ее на отстой на время межнавигационного периода на причале НАО «Транскама». Реакторы будут выгружаться с баржи и транспортироваться по факту открытия навигации 2022 года.